Итак, я хочу вам сегодня представить невероятное украшение для каждой из нас. Как говорила великая женщина Коко Шанель, жемчуг всегда прав. Она действительно всех нас научила быть элегантными, но по доступной цене. И сегодня наш телеканал готов вам представить эту возможность быть прекрасной в натуральном жемчуге. Итак, давайте посмотрим, что же нас ждет. И действительно нас ждет сейчас сразу на выбор три варианта жемчуга. Три варианта цвета жемчуга. Итак, мы видим сейчас два. Это, конечно, классика, белый перламутровый цвет и тот самый томный, редкий черный жемчуг. А также на моей руке еще и присутствует розовый. Здесь мы можем создавать абсолютно разные образы, меняя друг с другом. Если вы хотите более романтичный образ, то это белый с розовым. Великолепно будет звучать. Классика всегда актуальная. Это, конечно, чисто белый. Белая нитка жемчуга. В данный момент вот сейчас мы видим, какое полотно раскрылось на моей руке. И вы зададите вопрос, неужели я сразу показываю вам несколько бус, несколько прядей. Но нет, это не так, потому что длина у нас составляет аж 120 сантиметров. Это действительно та классика, которая всегда будет в моде. Мы сейчас вместе с вами вот такой образ видим. И видим ту самую идеальную нитку жемчуга, которую советовала женщинам носить великая женщина Коко Шанель, которую сегодня мы с вами будем вспоминать очень часто. Это действительно натуральный жемчуг, и цена на него составляет всего 1999 рублей. Но, я так понимаю, мы на этом тоже не будем останавливаться, и что же вас еще ожидает, сейчас мне тоже хочется озвучить, потому что у нас, кроме возможности создавать разные образы из разноцветных бус, сейчас давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Боже мой, какая элегантность! Вы посмотрите, это просто принцесса Диана. Согласитесь со мной, этой принцессой, этой великолепной королевой вы можете быть благодаря нитке жемчуга. Здесь мы видим, как нитку жемчуга с легкостью можно преобразовать, завязав узел, обернув вокруг своей шеи, вот на нашей прекрасной ведущей Оксане Уфимцевой. Посмотрите, как элегантно смотрится жемчуг. Совершенно другая связка, и мы видим уже, как черный жемчуг звучит шикарно, элегантно. Образ становится или нежный, или стильный, с любым абсолютно вашим образом, от повседневного до классики, конечно, эти бусы, эта нитка знаменитая жемчуга будет всегда актуальной. Полюбуемся сейчас на различные образы, пофантазируем, но самое главное, не будем останавливаться, потому что только сегодня у нас специальная цена на эти бусы составляет 1999 рублей, я напоминаю, 120 сантиметров длиной. И сейчас я возьму наобум любую из наших жемчужин, они по размеру у нас примерно одинаковые, но форма все-таки отличная, ведь это натуральный природный камень. И здесь я бы хотела узнать размеры. Мы выберем вместе с вами абсолютно наугад первую жемчужину и увидим, что ее размер составляет 8 миллиметров. Почти гипержемчуг. Около 8 лет потратит моллюск на создание этой жемчужины. Около 8 лет. И я обязательно должна вам, конечно, рассказать о том, что же такое культивированный природный камень, этот великолепный жемчуг. Это действительно то совершенство природы, которое вы получаете. Но в данном случае, так как это культивированный жемчуг, здесь прилагается немножко и участие человека. Добавляется маленькая горошинка в виде перламутра, она добавляется к моллюску, моллюск
тратит годы на покрытие этой великолепной жемчужины, и вот проходит несколько лет, и перед нами появляется это совершенство. И, конечно, жемчужина каждая по себе неповторима, поэтому обратите внимание, что они не повторяют друг друга узор и рисунок. Настоящий космос в день космонавтики на наших экранах появляется действительно космическая палитра для создания королевского образа. При этом я хочу вам напомнить о том, что у нас, кроме бус, что еще есть? У нас есть подарок для всех наших любимых телезрителей. У нас есть еще и пара для бус в виде браслета. И сейчас я обязательно должна показать вам, конечно, как они выглядят. И особенно вот мне, как женщине, очень приятно, что в данном случае, вот посмотрите, как выглядит это на нашей прекрасной Елене. Мне особенно приятно то, что у нас здесь есть возможность менять на любой руке. У нас будет возможность разложить этот браслет. Поэтому мы не зависим от размеров, мы приобретаем нитку жемчуга и еще подарок к ней. Приобретая одну нитку жемчуга, вы получаете еще и браслет. Приобретая две нитки жемчуга, два браслета. Три нитки жемчуга, три браслета. А так как у нас сразу три образа, конечно, я советую вам приобрести все три. Почему? Потому что черный цвет, сочетание, допустим, с белым, придает вашему образу, конечно, классику, вот эту грациозность, уверенность в себе и своих силах. Нежная палитра в виде розового оттенка в сочетании, допустим, с белым, будет создавать совершенно новый образ, более нежный, одухотворенный, романтичный. Для образов, те, которые подойдут нам весной и летом, когда мы будем надевать на себя, допустим, светлые пастельных тонов платья и будем чувствовать себя королевами и принцессами. Выбирайте свой образ и меняйтесь каждый день. Причем не забывайте о том, что жемчуг – это всегда классика, которая вне времени, которая подойдет любому возрасту и абсолютно любому образу и празднику в вашей жизни. Ведь мы помним с вами прекрасно о том, что жемчуг – это действительно в переводе с греческого звучит как ангельское совершенство. Будьте совершенством и вы, наши любимые телезрители!